категорически сожалею о том, что произошло, о погибших людях, соболезнования всем родным. Власть не имела права использовать силу, не имели права убивать людей, не имели права идти против своего мирного народа, который безоружный. Их убивать, расстреливать в упор – это верх цинизма, это даже не диктатура. Это убивать собственный народ. Но, помимо прочего, меня еще удивляет, где наши борцы за свободу, за справедливость, которые совсем недавно были на Николаевском небосклоне, имею в виду Забзалюк, имею в виду Соколов, тот же Поливода, да, в Ганнице. Где вы? Почему вы нигде вас не видно, ни одного заявления? Почему вас нет вместе с людьми? Где вы все?